Два брата утонули в собственной машине. Одному 52 года, второму 57. Их искали несколько дней, об этом сообщает пресс-центр МВД. По предварительной информации, поехали на рыбалку. Оба были пьяны. Автомобиль с телами нашли в районе Паркан в Днестре. Машина была наполовину в воде. Когда осматривали салон, был сильный запах алкоголя, сообщили в Следственном комитете. Судмедэксперты уже подтвердили, мужчины утонули. По предварительной версии, остались спать в машине, а она скатилась в Днестр.